Take you like a breath. Get my
Так, ну что ж, друзья, всем привет, с вами сейчас драйвер 51 Рус. Сидим дома, соблюдаем карантин. Сегодня у нас на обзоре будет КРАС 255L приватный от Рони, от Романа и его компании. Значит, будем смотреть, будем катать, будем обзорить. Минус, привет, спасибо, спасибо. Так что, ребята, всем здоровья в наше нелегкое время, да? Всем здоровья, удачи, главное здоровье, будет все остальное. Так что всем, ребята, огромного, прям хорошего, богатырского здоровья. Так, ну что, давайте зачитаю сейчас описание мода. Значит, что тут у нас есть. Так, музон, наверное, вырубаю, или я не знаю, пока можно оставить небольшой такой фончик, да? Так, значит, КРАС 255L для спинтайра с мудранер, значит, характеристики. Значит, есть анимация руля, кабины подвески, рамы зеркал, карданов, педали газа, аддонов, брызговиков. Так, есть несколько аддонов, проходимость высокая, может возить несколько видов грузов. Мультиплеера достижений не проверял, но это обычно все, ребята, работает без проблем. Так, модели текстуры Сергей Бочаров, Владимир Высокий. Аддоны Сергей Бочаров, Владимир Высокий, Максим Пионер. Колеса Сергей Бочаров, звук, значит, Рони, русский зверь, From 31 и Сява, и мод сделал, Роман собрал. Так, права на данную модель принадлежат их авторам, распространение по интернету строго запрещено. Вот так, значит, все, вроде все прочитал, сейчас будем смотреть саму модельку, там мод. Кто сидит, так кто и работает, минус. Ну да, что делать, такова жизнь. Такова жизнь, ребята. Кто-то сидит, а кто-то работает, это точно. Ну а что делать? Все равно мы эту заразу победим. И будет нам счастье, как говорится, да? Вот. Значит, наверху выкинул ссылочку на донат, ребята. Есть возможность помочь на Project Car 2. Хочу взять Deluxe Edition. Так что буду рад, если кто-то запульнет, поможет, да? Стоит что-то до хрена. В свое время по скидке не взял в стиме. А что-то прокатился на пираточке от Хатаба. Вот. И прям как-то понравилось. Так что если насобираем, то будем гонять Project Car 2. Так, и погнали. Давайте посмотрим сразу. Естественно, моделька, текстурки, ребята, все зачет, как обычно у парней. Почитается. Так, леспромхоз. Так, Свердловская область. Туда-сюда, все тут зачетно, да? Классные колесики, классные текстурки, ребята. Так, что-то тут у меня как-то мыло нарисовывается. Давайте это мыло уберем. Я думаю, что это, наверное, вот эффект глубины резкости, наверное. Это вот эта борода. Сейчас посмотрим. Вот, давайте. О, да, это оно. Значит, все у нас тут прям обалденно выглядит. Насколько позволяет игра, да? Все классненько. Давайте сюда залезем. Залезем в табличку. Номера все спилены, да, отсутствуют. Как раз в угоне, ребята. Так, залезем в салон, да, еще посмотрим. О, крепче за баранку держись, шофер, или крепче за шоферку держись, баран. Так, ну все, ребята, читабельно, вообще охрененно сделано все в салончике. Классно, конечно, классно. Давайте прям тут, наверное, заведем его. А, сейчас прям заведем. Так, запустить. Эй, братан, не спи, ты чё? О, педаль газа, видите, отошла, да, сюда. Так, а как бы нам сделать? Я помню, тут раз как-то газовал. Не помню только как. А как же я это делал? Хрен его знает, да? Так. Так-то мы не увидим, да?
Так мы не убили. А, функции надо выключить. Вот что надо было сделать, ё-моё. Так, давайте. Залетаем сюда. Ни хрена, даже на огнетушителе можно все прочитать-то, да? Так. Да ёшкин кот. Так, рычаг болтается у нас, педаль газа работает. О, как ножками заболтал. Значит, работают у нас лампочки, да, ребята, в салоне. Все это у нас есть. Так. Ну, анимацию руля мы посмотрели, да? Так, что тут еще у нас есть интересное? Заметил. Полушаг прикольно болтается. Прям вообще, смотрите, да? Значит, есть анимация топлива, да, анимация вентилятора. Так, наверняка, да, как обычно, открываются окна. Давайте посмотрим. Все, вентилятор рабочий, окна открыты, кондиционер, как говорится, включен, да. Прикольно сделано вот закрывание капота, да, видите, оп. Вот эта тема. Парни, как всегда, насчет анимации тут, конечно, все, и модельки, и текстурки, все зачетно. Ну, давайте окна откроем, да, пусть они так и будут открытые. Так, что я тут хотел-то? Значит, функцию убираем. Так, и погнали, погнали. Нет, это я, наверное, камеру отвязал. Так. И погнали, да? Ну, сигнал, свет, как бы, это вообще, я не вижу смысла проверки этого, потому что все... Все, как говорится, работает, да, без проблем. Так, и погнали. Музон, да, наверное, я торможу музон. Торможу музон. Я не знаю, если, ребят, хреново меня слышно, да, то пишите. Пишите, пишите, Шура, пишите. Вот. Так, погнали по аддонам, ребята. По аддонам. Так. Ни хрена себе, тут у нас какая-то, ребята, есть лодка. Лодка. Так, ладно, с лодкой позже. Так, платформа. А, так это для нее не нужна платформа, да? Ну давайте. Надо было какую-нибудь картейку там, где можно погонять, да? Или спустить эту лодку, я не знаю. Ренакс. Ну, поехали, у нас тут есть какая-то лужа, блин. Ролики туда-сюда, все, все прям... Прям аж мне, мне аж прям самому интересно. Погнали. Может, она плавает? Сейчас мы тут в лужу опустим, да? Ну, анимация брызговиков, кардонок, это, естественно, все у нас тут есть. Давайте тут вроде как немножко поглубже. Сейчас мы сюда ее куда-нибудь. Если она, конечно, спускается. Ну, раз она так бряхнула, я думаю, возможно, что-то может быть. Как-то и можно спустить. Сейчас посмотрим. Ага. Хрен раз два. Она просто несет у нас, по-моему, ремонтные очки. Ладно. Я понял, понял. Сразу что-то не обратил внимания по очкам, там что там у нас, да? 4 очка гаража, понял. Все, посмотрели, ребята. Значит, это у нас гаражные части. Этот катерок. Так, скидываем. Значит, есть у нас... Так, это у нас боковины на движок. Щечки эти, да, сейчас оденем. Так, следующий у нас идет... Цистерна. Цистерна. Она идет сразу у нас с запасочкой, я так понял, да? Нужно нам поставить. Так, канистра у нас ставится. Здесь сейчас мы выйдем. Давайте сюда выберемся. Вот, сюда в кармашке у нас на крылья. На подножке, то есть, как бы, ставятся канистры. 40 литров, я так понимаю, с двух сторон они, да? По двадцаточке. Да, все зачетно прям.
Так, что у нас там? Цистерна была, да? Знак. Так, знак, знак. Ищем знак, нашли знак. Так. И мигалка, вот она. И мигалка. Есть. Какая буква в этом слове? Так, ставим сразу цистерну. Так, анимация топлива тоже присутствует, да? Поехали. Блин, ну, выглядит, конечно, классно. Из базара, как говорится. Зачет. Анимация зеркал, я вижу, есть, ребята, болтаются зеркала. Упс, стоп-машина. Так. Цистерна. Ну, давайте 1000 литров заправляем. Все у нас тут проседает, как положено. Так, давайте канистры бухнем, заправим. Классно. Так. Отъезжаем. Естественно, надо пощелкать скорины, потому что... Так. Чингачгук большой змей. Что за графический мод? Мод графический. Взял там чуть-чуть, тут чуть-чуть. Сам немножко подшаманил. Получилась вот такая графика, ребята. Никуда его не выкладывал. Потому что, сами видите, какой донат, такая и графика, ё-моё. Хочется немножко, знаете, чтобы был какой-то стимул. А стимул, видите, как обычно, никакой. Поэтому, как бы, самый катай на этой графике. Вот. Так что, вот такие пироги. Значит, сделали мы. Заправили цистерну, все классно. 1000 литров. Зачетный бензовоз такой получился. Кстати, да, тут еще есть. Что у нас? Защита фар есть. Наверняка рабочая тоже. Можно посмотреть. Капот, да, защита фар. Рабочая. Я как-то с защитой не очень, поэтому давайте ее снимем. Будем ездить просто с фарами. Скоро будет, ребят, SnowRunner с хорошей графикой. Я надеюсь. Возможно, будет такой вариант у нас, да? Лицезреть все-таки в игре какую-то нормальную графику. Так, ну давайте скидываем мы цистерну эту. Так, где у нас? Надо сейчас найти же табличка там была какая-то, да? Знак. Вот. Скидываем знак. Думаю, оно должно все сразу пропасть. Ну, кроме мигалки, наверное, мигалка остается. Так, мигалочка у нас остается. Это была цистерна. Дальше переходим к экскаватору, да? Экскаватор. Так, нам надо опору поставить. Улучшение погодных условий. Что-то у нас МЧС присылает. Беда с погодой. На Кольском полуострове творится. Так, ну вот такой у нас экскаватор. Давайте сейчас мы его... пошурумбурумкаем маленько, так. И что у нас интересно? Оп, стоп. Ковш, так, это ковш, крюк. Ох, ни хрена себе, крюк. Твою ж мать. Дела. Ого, вот это нежданчик. Да, не ожидал, парни, прикольно, слушайте. По-моему, на предыдущих... мы экскаваторах не наблюдал я крюка вроде как. Так, опустить опоры. Так, опоры есть. Так, стрела. Давайте попробуем. Тут как у нас, что тут? Ой-ой-ой-ой. Это у нас ковш я рубил, да? А, вот. Пошла мазута. Это, наверное, изгиб идет, нет?
Ага, да. И ковш. Опа. Было бы что как копать, как говорится, да? Было бы классно. Все цилиндры, ребята, все тут у нас рабочее. Можно вернуть. Так, а подождите, давайте-ка еще раз перейдем на стрелу. Так, поднимаем. Рюк. Да, ребята, можно цеплять и за ковш, и за крюк. Две точки зацепа. Так, две точки зацепа. Тут у нас боковых точек зацепа, ребята, на самой машине нету. Ну, в принципе, это не проблема. Все это прописывается буквально там за 5 секунд. В принципе, кто будет приобретать, да, то можете копай. Что копать-то? Копать нечего. Копай. Копай, говорит. Давайте поедем. Поедем просто в болоте что-нибудь там покопаем. Да, в принципе. Создадим видимость. Копай. Блин, ну бодрячком он так прет, смотрите. Бодрячком. Мне вот все время не нравилось. О, анимация антеннок, ребята, я вижу на крыльях, тоже прикольно. Так, вот где-то здесь, в этом месте, да? Вот мне постоянно на полигоне не нравилось, тут машины не проходят, ни хрена постоянно за что-то цепляется. Давайте попробуем тут покопать. Так, крюк мы убираем нахрен, так. Так, опускаем опоры. Ренакс. Сейчас попробуем тут копнем разок. Да? Так. Пошла мазута. В хату. Да? Жара в хату. Так. Не помню, что нажимать надо. Ага, вот. Так. Ренакс. Видите, тут оказывается, тут все что-то твердо. Ни хрена там, смотрите, какой-то ерунды накопали все-таки. Ну-ка. Ну, какой-то камешек вырыли, е-мое. Так, крюк не надо нам. Что тут, ковш? Ковш, ну-ка давай. Да, ну, коронавирус там, да? Грязь копай. Вот мы и копаем тут, ребята. Так, давайте-ка подальше куда-нибудь туда. Сейчас попробуем. Его. Упирается, смотрите, там, да? Это самая борода. И хрена он роет. Твою мать. О, черт, ни хрена себе. Заместо домкрата можно использовать, да? Ну-ка, давайте тут копнем. А есть, интересно, где-то побольше грязь? Ну-ка. Так. Побольше грязь. Сейчас я вспомню, где тут есть. Поры, хрен с ними, поехали. Ой-ой-ой-ой, ты подожди, братан, не копай. Так, поехали-ка. Блин, ну выглядит, конечно, шикардосно. Вот почему нет никакого функционала, да, что-то покопать бы тут. Было бы вообще, конечно, охрененно. Блин, подвесочка работает, зачет. Звук шикардосный просто. Всем привет, Алексей Иванов, привет. Привет, Алексей. Так, сейчас мы тут где-нибудь попробуем порыть.
Запоздал немножко с этим с обзором. Отскакивал тут на энное время. Рома уже краза скинул, а дела появились. Пришлось отскочить по особо важным делам, скажем так. Я сейчас его завалю. Так, ну давайте как-нибудь вот тут попробуем. Так. Могу копать, могу не копать. Тоже верно. Так. С опорами, ну не знаю. Давайте выпустим. Задние-то все равно должны как-то цепка зацепить, да? О, есть контакт. Так, стрела. И это. Ну-ка давайте. Вот тут как-то оно с виду вроде глубоковато было, да? Попробуем тут сейчас пошубуршать, поскрести по сусекам, как говорится. Так, ну-ка пошла мазута. Да что ты, машина едешь, бляха, все проваливается экскаватором. О, нет, смотрите, колеи-то вроде ничего. Ага, эти. Ага. И сейчас тут... Ох, ни хрена! Вот было бы, да, что зацепить-то, да? С виду прикольно. Короче, так-то классно, да, но копать нечего, как говорится, у нас тут в игре. Пацаны молодцы, может быть, в сноураннере что-то у нас придется покопать, поэтому возможно как бы на будущее, да, тут блин, конечно, шикардосно. Опа, смотрите, тут что-то его колотнуло слегонца. Ага, дело пахнет керосином. Оно во все на место встало. Может, это то, что машина перекоса плохо стояло, да? Поэтому такое дело. Блин, ну слушайте, классный, конечно, экскаватор. Хотел сюда еще посмотреть, фара работает, да? На экскаваторе, ну-ка. Да, фара работает. Все классно, ну-ка. Давайте ночью посмотрим. Привязан там свет у нас, все к этой фаре-то. Да, ребята, все, видите, освещает. Все зачетно. Ну, естественно, видите, возвращаем обратно ковш, да, и все у нас классно тут становится. Видно, машина криво стояла. Так, ну давайте. Посмотрели мы экскаватор, да? Зачетно, конечно, зачетно. Так, экскаватор, это сам экскаватор. Где-то я еще Рома мне докидывал, тут я сегодня буквально приехал, посмотрел экскаватор. Так, еще вроде какой-то был вариант экскаватора. А, ну да, вот он. С манипулятором у нас экскаватор. Эту опору, получается, можно снять, наверное, да, раз он не достает до нее. Так. Да, вот такой вот у нас еще такой вариант экскаватора. Кстати, за место ковша у нас стоит тут просто захват. Захват, так. Стрела, давайте вверх его приподнимем. Давайте-ка подъедем, дрова попробуем подергать тут. Как он их поднимает. Играю на мышке сейчас, обзор пишу, поэтому, говорится, так, как бы тут поудобнее нам встать-то. Так, давайте создадим, я не знаю, что мы создадим. Коротких 4 возьмет или не возьмет. Так, захват, стрела. Вверх. Блин, захват, слушайте, хороший.
Так, как ты его крутить-то, вращение, вот. Не могу определиться с камерой. Ну, давайте вот так хотя бы. Так, будет ровненько. Ровненько, так. Не поднимет он, 4-3, по-моему, зацепил. Так, как бы его тут так попробовать придушить его. Два забирает. Забирает два. Четыре никак что-то не получается хватануть. Так. Не, из кабины экскаватора, я думаю, наверное, нет вида. По-любому. Да? Да его и никогда, по-моему, и не было, да, тут в игре. Насколько мне кажется, память не изменяет. Так, стрела. Давайте выкинем нахрен-то все. Барахло. Где он тут у нас? Вращение, захват. Так, давайте создадим. Длинный еще. Длинных только два, да? Давайте два попробуем. Опа, мигалку не срезали тут. Захватом никак. Как-то так. Да не, возьмет спокойно, я думаю. Так, где он тут есть? Ну все, отлично. Вот здесь прям вот прям хорошо, что мод прям полностью сам и грузит, да, и можно сказать, и копает. Зачет. Зачет, давайте открываем этим, скидываем это все барахло. Возвращаем захват. Ох, ни хера себе. Так. Ну все, все отлично. То есть, есть у нас. Блин, скрин не сделал, да? Протупил слегка. Давайте сейчас здесь сделаем. Так, стрела. Поднимем. Захват откроем. Вот, все. The best of the best, как говорится. Даю дивизию. Так. И сразу давайте, ребята, переходим, что у нас дальше есть. Поглядим. Так, экскаватор. Так, с экскаваторами мы, ребята, закончили. Приходится подождать. Машина мышем, как бы. Качество очень большое, поэтому. Так, канистры стоят. Каркас. Так, мигалку надо убрать. Убираем мигалку. Сейчас поставим каркас. На удаленке работает экскаватор. Кстати, да. Это да. На удаленке на экскаваторе зачет. Пришел, поработал дома. Так, каркас, ребята, ставим 300 ремонтных очков. Кстати, сами экскаваторы, не посмотрел, ничего-то там у нас дают. Или это просто экскаваторы. Ну, в принципе, можно на них прописать, да, например, какие-то гаражные части, там, 2 очка гаража, там, или можно 4, там, я не знаю. Можно ремонтные части какие-то прописать на сам экскаватор, то есть, как, без проблем. То есть, как функционал его можно тоже использовать. Да и, в принципе, и погрузиться можно, там, где-то что-то достать, например, машину какую-то вытащить, даже если на ковшовом, как бы, да, то если лебедочка с какого-нибудь озера, там, что-нибудь достать, вытащить какой-нибудь драндулет, это без проблем. Так, коники. Так, мешает нас. Не пойму почему, но каркас мешает. Хотя с виду вроде ни хрена не мешает, да?
Я бы, в принципе, Ромка, будете, ребята, смотреть, могли бы каркас, в принципе, с вот этим аддоном оставить, мне кажется, с кониками, да? Хотя нет, если... Ну, сейчас мы посмотрим, давайте снимем каркас. Так, поставим эти коники. Так, они, интересно, как у нас, чем там грузится? Сейчас поглядим, посмотрим. Так, коники. Интересно, там есть какая-то еще приблуда, чтобы прицепить, нет? Так, знак, отвал, кстати, да, отвал у нас, как на предыдущих кразах, ребят, есть рабочий. Его мы уже тестировать, в принципе, не будем, все работает. Так, все работает, так, где он есть-то? Вверх, вниз, опирается, поднимает морду немножко. Все. В принципе, с отвалом не будем ничего делать. Кому интересно, как работает отвал, ребят, можете посмотреть на предыдущих обзорах, на предыдущих кразах, там отвал рабочий, все функционирует, все мы там распихивали, равняли и так далее. Так, поехали, попробуем загрузить ему вот этот аддончик. Так. Да, есть груз, ребята. Кстати, вот каркас бы вот реально, парни, можно было бы тут, конечно, и оставить. Вот посмотрите, да, как оно все, в принципе. Давайте погрузку-выгрузку сейчас мы тут протестируем. Все работает. И смотрите, да, в принципе, каркас сюда лезет нормально, как бы. То есть, если, в принципе, тут ставится запаска с ящиком, да, ну, по крайней мере, каркас бы тут, в принципе, он запаску не цепляет, да. В принципе, ничего не цепляет, грузу не мешает. То есть иногда есть, что вот груз, например, вот эти верхние бревна сюда над кабиной так получается грузится, да, но тут они как бы не мешают. В принципе, вот это можно было бы как до ремка, почему бы нет, да, как бы можно тут, в принципе, эту прописку снять и оставить, да. Я думаю, что прям было бы было бы хорошо. Даже, в принципе, я не знаю, вот обзор, да, парни скажут, что ты тут вот извращаешься, да. Так, можно, например, давайте, в принципе, да, я могу попробовать показать, если кому-то интересно, кто-то вот все равно же, наверное, из ребят моды ковыряет, где какие прописки, то есть, где-то между вот этим аддоном каркасом и кониками, что-то там есть. Мы сейчас можем, в принципе, зайти, давайте так и сделаем. Тут не смотрите, у меня прям борода полнейшая. Так, класс, Астракс. Зайдем мы сразу в Краза. Краза. Форматнем тут опырику. Просто многие обзорщики, знаете, такие все, сказал бы на букву П, какие они умные. Все сидят, да вот это то, а вот это то, проливали, а в голове даже и представления не имеют, как это все там делается, да, как что ковыряется там где-то. Так, и сразу мы посмотрим здесь, так, кого мы смотрели, ку-ку-ку, каркас, да, вот он, так, он идет, каркас у нас, 33, так, каркас, 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 вот он. Вот и блок. Вот, карт 3, наверное. Так, а это коники. Ту-ту-ту, коники. Коники идут у нас. Вот это все, ребята, конечно, подкорректировать. Да, вот карт 3L. Ну, в принципе, там, может быть, что-то еще на эту площадку подпилено, поэтому... Возможно, поэтому и стоит прописка. Можно было просто прописку там поменять и тут поменять, в принципе, да? Можно вот убрать. Вот она. Прописка этого аддона. Перегрузить.
обновить. Это все у нас, ребята, свет выскакивает. Не знаю почему. На многих, кстати, вот такая ерунда происходит. Именно редактор ругается на свет. Вот. Ой. Что я сделал? Так. Уникий каркас. Что-то нихера. Не зашла мазута, да? Хотя я ж убрал ее оттуда. И сохранил в кразе, да? Так, давайте посмотрим тогда. Может быть, в этой прописке. А ну вот она еще идет. Ноты блокс. То есть и там прописано все это дело. Ну давайте отчет тоже уберем ее. Можно, в принципе, полностью ее вот это все убрать. Сейчас вот все должно заработать. Это я объясняю, что ну, вот многие там, например, приобретают моды, да, но какие-то вещи там, там точки сейфа там где-то прописать, там какие-то вот перехлесты аддонов вот эти идут, которые, да, например. Все это делается там за секундные вещи, то есть как бы это не долго, это все раз-два и все готово. То есть ничего такого сложного здесь нет. Просто, ну, возможно, просто на конике, на прописку аддона, да, прописан еще какой-то аддон, который перехлестывает здесь, например, с этим. А так оно, в принципе, видите, да, все встает сюда в идеале. То есть, в принципе, парни, можете вот этот аддончик, он, видите, он там ни запаску, ничего он не перекрывает, ничего не цепляет, то есть, как бы. Зато к этому, скажем, к этим коникам идет вообще зачетно. Тут все ровненько, без проблем. То есть, вообще, это можно оставить. В принципе, да, и спокойно, ой-ой, камеру крутанул, и спокойно можно уже гнать, зато у тебя, знаешь, что 300 дополнительных ремонтных очков для данной перевозочки есть. Ну это как вариант я показал вот, ребята, что это все можно делать как бы без проблем, вникнуть просто, как все это дело работает, куда что перекрывается, там где-то вот перепрописка аддонов вот этих идет и так далее. Просто, например, вот если где-то периодически я там беру какой-то мод, например, да, который себе там, например, делаю там, я все это перепрописываю так, как мне вот интересно, да, и по функционалу. Просто, возможно, что как на карт 3, вот это, на где, которая вот сейчас аддон коники, там просто прописан еще какой-нибудь аддон, который, например, может перекрывать эту запаску, и поэтому просто в самом аддоне надо поменять прописку, как-то добавить отдельную, и будет классно все. Просто я так визуально показал, что это все выглядело бы намного поприкольнее, да, если бы вот эти два аддона стояли вместе, то есть как бы. Вот. Ну классно, классно, ребята. По текстурке, смотрите, да, все сделано. Зашибись. Прям скажу, неплохое слово. Зашибись, это неплохое слово, так что можно говорить, да. Все зачет. В принципе, да, вот. Две запасочки, да. Вообще классно. Так, ну давайте скидываем. Вот я просто думаю, с этим каркасом что-то вот пересекается еще по прописке или нет. То есть мы скидываем эти коники, да, вот они. То есть, в принципе, каждый из вас, ну, сложного там ничего нету, можно залезть, поковыряться, да, где-то там. Ну да, вот видите, вот экскаватор, он, видно, прописан туда же, да, и перекрывает, получается, запаску. То есть, видите. Так, и экскаватор, наверное, второй там опора, да, нужна. Сейчас мы посмотрим там, потому что эти экскаваторы, они прописаны на эту же прописку, как и эти. Достойный аппарат, Зверь 42, привет. Да, аппарат, да, видите, вот экскаваторы оба прописаны сюда. Так, что еще? Возможно, катер туда вот этот будет цеплять, как бы. То есть, ну, тут можно по прописочке поиграть немножко, да, и отдельно выписать, например, этот аддон коники, да, чтобы он цеплялся именно туда. И все, и даже не можно там, давайте я вам покажу, как это делается, в принципе. Так.
Так, визуально. Парни, надеюсь, Ромка не будет ругаться. Просто многим, многим интересно, как там что делается. Так, это вот был, в принципе, вот этот аддон у нас, да. Мы просто берем эту прописку, копируем. Сюда же его вставляем, чтобы они как бы вместе не перекрывались. Берем, например, как у нас коники были, да. Раскарт, да. Здесь мы, в принципе, можем прописать коники. Просто по-русски, да. Например, как русскими буквами пишу. Так, и... Вот так. Коники. Где они там? Коники, например, сделать. Вот, например, вот такую вариацию, да, прописки. Копируем. Здесь мы этот коники эти сохраняем. Каркас. Здесь просто мы в самой машине вставляем вот эту прописку. То есть тот аддон, уже коники, будет цепляться тупо не на вот эту прописку, да, на которую цепляются и экскаватор и все остальное, а на отдельный аддон, отдельная прописочка вот этого, и все. И та запаска, получается, будет... А сюда мы в запаску копировать, мы все-таки пропишем... Вот она, ноты блокс, где она там, каркас, вот он, да, идет. Здесь мы поставим прописку, та, которая стояла изначально, которую мы там удаляли, и все. И, как говорится, будет вам счастье, да, перегрузить, обновить, и все будет. Новый формат сегодня, обзор с обучением прописки. Ну да, что-то как-то зацепило. В принципе, я думаю, многим интересно, да. Совместим полезное с приятным. Сам мод зачетный. Просто что-то докопался я вот до вот этого зацепа и что до вот этой защиты, что могло бы стоять так, а стоит вот так. В принципе, это никак никаким образом мод не провоцирует, не компрометирует, да, там. И все это, ребята, в принципе, все уже, видите, уже вот уже аддоны, которые стояли, да. Экскаваторы, они с запаской не будут ставиться, а коники спокойно будут бахаться сюда. То есть без проблем. Ладно, убираем каркас. Все это дело понятно. Погнали дальше по аддонам. Так. То есть, в принципе, все это, как говорится, спокойно чинится, делается без проблем. Как бы каждый может под себя заточить любую машину, там, установку аддонов по-разному. То есть, как бы, каркас мы посмотрели, мигалку посмотрели. Платформа у нас есть, ребят, вот такая, 400 литров, 1000 ремонтных очков. Это у нас ремка, получается. Так, и еще какая-то платформа там есть, ух ты. Слушайте, ну классно, классно. Бетонные плиты, 400 литров, ящики. Кувалдос он валяется. Анимация, ну почему-то анимация не круглая, а цилиндрическая. Ну это, в принципе, все, ребята, правится, все можно поправить, все можно сделать. Так, это у нас все стоит. То есть анимация, тут надо просто за место цилиндров прописать. Ой, за место этих коники с каркасом лучше смотрится. Да, я думаю, что... Коники с каркасом, они причем там и не мешают, то есть, в принципе, можно это все дело там заточить как надо. То есть надо здесь просто цилиндры, ребят, на бочках прописать тоже, как бы это все это без проблем. Так, ну ладно, давайте скидываем дальше, смотрим, что у нас есть. Текстурки, конечно, прямо вообще ах, прямо аж ах, да, платформа. Так, ой, ёп, мигалку поставил. Так, платформу скидываем мы эту. Песок, кстати, вот на ящике написано. К зиме, это парни готовятся в SnowRunner к зиме, да? Так. Песок с собой возить. Так, слушайте, есть у нас вот это. Платформа, распуск, распуск. Ага. Два варианта распуска, ребята. Короткий и длинный. Давайте ставим. Так, фары. Мне интересно, фары. Ночью фары загораются. Автоматически вот эти на платформе лесовоза. Да, и погнали грузиться. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, конечно, текстуры колесики вообще зачет, да?
Что на прицепе, что эти. Так. Так, коники. Опа-на, вот это я, бляха, криво встал. Криво встал, понимаете, парни, о чем речь. Не надо криво вставать. Так, скидываем груз. Ага, цепился от того, что криво встал. Это все мелочи, главное, чтобы мод качественный. Мод качественный, ребята, мод вообще, видите, ну все, в принципе, без вопросов. Все скидывается, ставится. Высоко больно, бревна летят. Тоже это все можно подкорректировать, пониже сделать, прописать. Так, ну давайте, в принципе, снимаем мы этот распуск коротенький. Короткий распуск скидываем, ставим длинный распуск. Рома, драйвер, привет, хорошего настроения, удачного стрима. Ромка, привет, спасибо тебе того же. Наверное, как всегда на работе, так что удачно тебе поработать. Здоровья всем, ребята, главное. Главное всем здоровья. Так, складываем распуск. Ох, ни хрена себе. Выглядит, конечно, шикардосно. Фонарики, блин, как настоящие, да? Так, ну давайте попробуем. Сейчас мы расхлестать сразу. Так, где у нас? Разложить. Вот. Вот, видите, ребята? Парни сделали, чтоб распуск плавнее. Вот тот раз на стриме я говорил, по-моему, на каком-то кразе, да? Что мотор надо немножко поменьше сделать, чтобы они раком вот этот распуск не вставал сразу после машины, да, не вывешивался. У тебя как здоровье? Да помаленьку. Скрипит потертое седло, как говорится. Так. Так что парни сделали, видите, все правильно. Сейчас вот скорость попроще. И видите, как ставится. Прям пятерка жирная. С плюсом из пяти. Молодцы, парни. Как всегда. Так, ну поехали, да, грузиться. Че трындеть, как говорится. Трындеть можно долго и бесполезно. Как вот некоторые честные обзорщики, да. Сами не шурум-бурум, зато потрындеть это они могут. Ёшкин кот. Так, давайте сразу погрузку посмотрим. Три длинных. 6 очков загрузки. Зачетно прям заходит. Давайте прокатимся, наверное. Кстати, вот сюда я не знаю. А, тут запаска. Ух ты, две запаски. Смотрите, и на прицеп идет одна запаска, да? И на саму машину. Бляха, это зачет вообще. Вот это нормас. Я Димас, все нормас. Так. Вот это я не понял, что там про каньон пишут. Так, ну все, погнали. Помесим тут маленько, наверное, грязюку. Да, прокатимся из салона. От себя всех зрителей. Спасибо, кстати, ребята, кому интересно. Сегодня ради интереса написал, конечно, просьбу. Помогите с донатом на Project Card. Что-то так дальше даже никто и не икнул. Вот что самое это интересное, да? Блин, ну идет он, конечно, шикарно идет. Все эти брякает, что-то там у него все. Старичок, да? Все тут. Поворотные кулаки, все рабочие, тяги рабочие, все. Все классно тут, ребята. Ага, вот оно что. Ромка, смотри. Будете, ребят, смотреть обзор, смотрите. Так, сейчас, где нам нолик надо, да? Нолик. Вот тут я не пойму, да? Вот это ж оно должно быть, наверное. Я так понимаю, мать его, вместе. Ну да, тут его нету. Вот здесь, вот это вот место. Я так понимаю, должно стоять соединение здесь. Вот здесь.
да, на опору, на вот эту, типа, как она называется, я вот не помню, ни хрена. Вот она, видите? Тут докопался уже до какой-то херни, да? Ну а что делать? Вот эта связка должна работать вместе, тут что-то не прикручено, вот эта херня в 3D Max'е вместе. Так что, Ромка, посмотри. Здесь не хватает маленько. Нету сцепления, ребята, короче, то есть. Хоть оно и за колесом, но все равно как бы видно неприятно. Я думаю, парни поправят из проблем. Вот. То есть маленький косипорчик нашли. Ну, как обычно, если какой-то косячок находится, то парни всегда все исправляют. И, в принципе, все хорошо. Так, а так, в принципе, ну да, видно, как бы вот оно с морды, когда смотришь, да, то прям видно, что они там отдельно гуляют. Там просто в 3D Max'е они не привязаны. Надо привязать их в 3D Max'е и все. Вместе слепить. Видно, и все. И тогда все будет best of the best, да? Так, ну, стрим-то у нас уже час идет, наверное, да? Давайте, может, перекур устроим, да? О, парни нашлись там в чате, да? Blackwater Canyon пройти было бы интересно на этом кране. Пройти было бы интересно, ребята. Но, опять же, повторюсь. По поводу доната, да, элементарного. Ну хоть что-то там, пуляйте. Надо стимул задавать стримеру какой-то. Понимаете, а какой-то, понятно, общение это первым делом, да, ну не помешало бы, да? Что-то бы хотя бы чтобы прилетело. Сейчас скажут, вот сидит там бабки упрашивают. Ну а что вы хотели? Вы там чего-то хотите, да? От меня постоянно, периодически там, да. Ну, я-то тоже не железный, тоже. Есть какие-то у меня желания там, да, элементарно где-то что-то поиграть, посмотреть, что-то подделать. Стимул, любому человеку нужен стимул. Например, за любую работу, я считаю, что любая работа должна оплачиваться. Ну и считайте, что это тоже как моя работа, да, какая-никакая, но это работа. И не просто так я сижу тут, сел поиграть, тоже что-то там приходится напрягаться иной раз там, то там, то тут. Поэтому хочется какой-то отдачи просто элементарной. Ну, кстати, смотрите, да, вот по функционалу идет зеркала, конечно, не рабочие у нас в этой игре, но парни, видите, заморочились, сделали а-ля отражение такое вроде как, да. Ну, тоже прикольно, лучше, чем просто вот эти обычные зеркала, да. Ну, кому как, кому нравится, кому не нравится. Мне вот совершенно по барабану, вот, есть оно, нет. Ну, конечно, какое-то отражение вот вроде как присутствует в зеркалах. Ну, поприкольнее смотрится, чем просто зеркало, да? На мое мнение, так, например. Кому-то, может, не зайдет такая фишка. А по поводу доната, ребята, ну, все стримеры, в принципе, живут-то донатом в основном, да? Монетизация это донатом. Поэтому, естественно, хочется что-то получать на выходе-то, да, на выхлопе на каком-то. Вы что-то у меня просите, я вас тоже как бы получать спрашиваю, да, ну, надо соответствовать друг другу, да, что если я что-то делаю, ну, и с вашей стороны должно что-то там как-то движки какие-то идти. Вот. Прям смотрите, ну зачетно. Так, вот там я видел какой-то плавающий мост или понтон, я хрен его знает, как он там называется. Так, давайте скидываем. Короче, распуски нормальные, короткие, длинные, нормально едут. Самую мы, как говорится, в грязь не залазили, но бог с ним, я вижу, что как бы он идет хорошо, да и сами должны видеть. Так. Да не, я
не принуждаю никого. Я говорю, есть возможность, поддержите. Нет, нет, так нет, как бы, без вопросов. Я лютую обиду ни на кого не держу, да. Так, слушайте, сцепка еще у нас есть. Да ладно. Сцепка. Запаска отдельно идет аддоном, да? Слушайте, ну это прям... аж прям-прям. Так, крас-знак, отвал. Платформа, платформа. О, бляха, тут еще, короче, прибамбасов, мама не горюй. Предлагаю, ребята, пойти на перекур, да, на пару минутный. Я бы кофейку себе налил, да? Кто-нибудь тоже, может быть, кофейку там или чего-нибудь, чайку там кто-нибудь себе заварганил, кому интересно. Так что давайте, да, наверное, сейчас мы... Так, в принципе, по распускам, по платформам, по верхней Амадона мы прошлись. Знак, отвал, платформа, вот сейчас начнем, платформа, и еще платформа. И бочка, и вот он, понтон, этот ешкин кот. Короче, сейчас будем посмотреть, так. ПМП платформа, так, ПМП платформа, вот она, да? Так. Чингачгук что-то пишет и тут же удаляет, я ни хрена не понимаю. Вложился в комп. Да, про это вообще, ребята, да. Для стримов, естественно, там впарено не только в комп, но и карты захвата и все остальное. Это понятное дело. И в основном, как говорится, как таковой поддержки от вас я, как от зрителей своего канала, да, никакой там чувствительный не прилетело, по сути говоря. Да, ладно, Рома, не суть в этом, как бы это все пусть остается, у каждого свое чудо-убие есть, да? Не донатил еще ни разу. Ну, никогда не поздно начать, да? Дмитрий Храмов, привет. Предлагаю, ребята, да, пару-минутный перекурчик, да, сейчас я кофейку заварганю. И пойдем дальше, самое интересное, дойдем до понтона, посмотрим. Плавучий, не плавучий, посмотрим цистерну. Буквально осталось тут несколько аддонов. Давайте небольшой музончик. Далеко не расходитесь, я никуда далеко не уйду, потому что сижу на карантине дома, да, соблюдаю карантин. И вам советую, ребята, позаботьтесь о себе, о своих близких, подумайте немножко головой. Не просто так все это дело делают, поэтому, если вы сидите дома, не гонят вас на работу, соблюдайте карантин, посидите, подождите, потерпите. Это все ради нашего же блага. Нашего. И немножко стоит задуматься обо всех. Так. Наручник поставить. Так, ставим, ребята, наручник краза, да? И продолжим мы. Давайте я поставлю сразу эту платформу. Крас не глушу, да, действительно, а то потом придется его нам раскочегаривать. Посмотрим, у нас какая-то тут штукенция здоровая. Тоже типа мостика какого-то. Будем, короче, не знаю, как оно правильно называется, но потом разберемся. Сиди в кразе, соблюдай карантин. Да-да-да, кстати. Так что давайте, друзья, пару минут. Сейчас я кофеек забабахаю. Донат пока, если у кого-то и возникло желание кинуть, я его просто не увижу, поэтому подождите, когда я вернусь. Все, я побежал.
Let's be friends. You only need what's best for you and not them. Don't pretend. Now I don't wanna lose sleep thinking about everything we could be. Let's just see. Так, друзья, ну что ж, я вернулся, кафана наболтал. Так, все, музон заглушил, кафан наболтал. Так, поехали разбираться дальше. Так, братан, просыпайся, пора работать на удаленке. Приятного кипятка, спасибо. Так, ну поехали, да, давайте, или давайте посмотрим, чуть-чуть такое, с чем его едят. Так. Так, ух, анимации тут опять. Так, опоры, ага. Это у нас, ребята, задние опоры. Опоры. Так, тут нам... Упс, не то пальто. Упс, не то пальто. Так, сейчас я тут нахимичу. Ага, о, пошел процесс. Так, я не знаю, правда, как эта хрень работает. Сейчас будем разбираться. Ого, ёшкин кот. Это, ребята, какой-то мост у нас, походу. Так, сейчас нам надо, походу, вот это дело все. Ух, ни хрена себе. Ага, вот оно что, Семёныч. Хренакс. И? Дальше-то что делать? Дальше я ни хрена не понял, что делать надо, ребята. Так. Ага, о. Так, и... И... Тут я дальше ни хрена не понял. Так. 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 Может быть, еще что-то сверху тут есть какая-то... Какой-то функционал. Да? Блин, на кой вот это все? Сделано. Не пойму пока что. Ну, давайте. Тут оно подобие моста, это дело, да? А как оно, ничего не отцепляется или отцепляется? О! А я играю, а я танцую. Твою дивизию. Так, это все понятно. Опс. О, ни хрена там анимация какая мощная. Это задняя, бляха. Это задние опоры, да, у нас. Дальше что чё делать с этой бородой? Интересно. Мне кажется, оно как-то должно отцепляться, наверное, нет? По идее-то. Оно должно отцепиться. Возможно, что это где-то... Чуть... Вот видите, нету промотки сюда опять. И вот хрен его знает, как тут что. Канистры. Давайте уберем нахрен канистры. Ну-ка. Их не было здесь. Берем одну строчку. Так, канистры. Вот они. Убираем. Может, что-то там выстрелит у нас сверху. Там, где лебедка вообще. Он не отцепляется. Так, парни пишут, он не отцепляется. А что тогда с ним делать, раз он не отцепляется?
У кого-то я видел, по-моему, отцеплялась такая борода. Да, сверху, видите, у нас тут ремонт и все, и больше ничего нету. Тогда нахрен он такой нужен? У меня вот вопрос стоит, задача. Мне кажется, это как-то должно у кого-то из ребят на моде на каком-то вот что-то похожее было, только здесь были такие лапы спереди и сзади. Оно цеплялось, по-моему, не у Дариуса или у кого-то еще, или у МСерга. Эта штука отцеплялась. Как бы да, в принципе, она могла бы прям служить бы хорошим бы этим. То с одной стороны бы нормально было, а с другой стороны тут как подъем лапы поставить, да? Вот функции нет тут отцепить. И поэтому тут, конечно, я затрудняюсь, ребята, что здесь делать надо. Ну, видите, Леха пишет, что не отцепляется, да? Так. Это, ну, вот эти все анимации, все классно сделано же, елки-палки, да? Еще бы, чтобы вот он отцеплялся, я думаю, ну, может, парни замутят, чтобы он отцеплялся, да? Все, ну, блин, конечно, тут все по поводу анимации вообще классно, но почему, блин, он не отцепляется, вот мне интересно. Я думаю, наверное, парни замутят это. А, вот, видите, ой, что-то нажал там, твою дивизию. Алексей пишет, что что-то должно тут... Рома сказал, что пересмотрит этот аддон, перекопает. Ну, возможно, сделает, чтобы его можно было отщелкивать. Как бы это было бы вообще классно, потому что, ну, вся анимация сделана зачетно, да? Ну, только единственное, что он не отстегивается. Вот если бы он отстегивался, да, и по нему можно было бы куда-то переехать, это было бы, конечно, классно. Так, ну ладно, с этим мы разобрались. Я не ставлю плюсы и минусы, и... Я просто, да, смотрю, что оно есть и как оно есть. Все оно классно. Конечно, посоветовал бы парням, чтобы вот эта приблуда, вся этот мост отцеплялся. Было бы вообще зачетно, да. В принципе, это все. Я думаю, это уже было реализовано в игре, там, на некоторых модах. Поэтому, я думаю, парни посмотрят, может быть, посмотрят и сделают, чтобы он отцеплялся. Это было бы зачетно, конечно. Так. Отцепляем мы это все дело. Давайте посмотрим цистерну. Нам нужно поставить знак. Знак ставим. Так. Что еще надо? Сцепка, мигалка у нас стоит. Я так понимаю, что мигалка тут тоже, наверное, привязана. Давайте снимем. Потому что топливная, да? Да, мигалка по-любому тут нужна. Прилепим. Поставим сцепочку. Поставим, возможно, сюда можно, кстати, поставить запасочку. Да, нет. Канистры, ладно, ставим обратно их. Так. Запаска, запаска. Да, вот она ставится, запаска сюда. Отдельным аддоном. Оно у нас 150 ремонта, как дефолтная, в принципе, идет. И ставим цистерну. Цистерна тоже, я уже ее видел. Классная, конечно, цистерна. Охренеть. Вот это бляха-муха. Вот это бляха-бочка. Обалдеть. Блин, вот опять скрины не делаю, ё-моё. Давайте щелкнем сразу. Поехали ее заправим. Экскаватор эту хрень надо снять, наверное, нам. Хотя, в принципе, смотрится тоже прикольно, да? Опора, так, где она? Опора, опора, опора. Ты где? Вот она, нашел. Все, погнали. Заряжать. Все, ребята, видите, проводочки. Все работает тут у нас. Так, опоры сейчас тоже посмотрим.
опора. Ну и, конечно, если бы отцепить прицеп, нет, парни еще не сделали. Вот эти прицепы вообще, конечно, которые идут как полуприцепы, прицеп там, да, вот эти, чтобы опускались лапы сразу при отцеплении аддона, потому что очень частенько бывает такое, что ну а что со знаком? Со знаком прикольно, чё. Можете ставить знак, можно это все отписать, можете ставить мигалку, можете не ставить мигалку, как бы это. Ну, естественно, как бы желательно. Я бы, да, конечно, ставил, потому что это выглядит намного прикольнее. Бочка это топливная, да. Топливные эти все значки, мигалочки, как положено на бензоводах вообще ставить, по сути. Так, ну давайте заправляем. Канистры мы прилепили, да, давайте бахнем бочку. 3000. Ну и, конечно, чтоб лапы, да, автоматически, ребята, выскакивали. Так, а что-то тут я не понял. Нету, что ли, анимации на этом, да, на самой бочке топлива. По крайней мере, ну я не вижу, да. Можно было бы, конечно, прописать, да, сюда. Все равно какой-никакой овал этот, да, впендюрить. Пусть бы хоть как-то оно, да, отображалось там овалом. Раз уж конкретно тут не замутить, да. А прицепы, конечно, я бы это самое. Все бы прицепы делал, вот сейчас как на дефолте мудранере сделаны, что при случайном там отцеплении, там при ударе где-то при зацепе есть такое, что прицепы отцепляются, да, и автоматически выстреливают ноги сразу, да, и прицепиться намного легче, чем когда именно кнопками РТ или просто когда ты отцепляешь, надо вот нажать кнопочку опустить опоры. Ну, Чингачгук большой змей, кому как, кому вот, вот я обратил внимание, что вроде как в SnowRunner вот этого дела не будет, вот этой вот анимации топлива. Ну, по крайней мере, мне показалось, что вроде как ее там нет. Вот сколько я видосов не смотрел, я прям так не видел Ариана, что где-то вот именно это топливо плюхает, то есть, как бы, да. Вроде как иконка мотора существует, да, ну, а вот этой анимации топлива нет. Хотя я думаю, что большой разницы нет, если это все шляпу, если там будут нормальный редактор какой-нибудь, какой-нибудь редактор по картам и по модам будет, не так, как через какой-то сраный там сайт заливать все это говнище, да, непонятно как, да, а именно будет редактор. Ну, опять же, там какая, ни мастерской, ни хера ж там нету. Я вообще не могу представить, как там все это будет функционировать, все эти моды, загон этих модов в эту игру. Что-то там складывается ощущение, что скоро там вообще ни хера никаких модов не будет. Будет какая-нибудь борода, типа, хочешь, покупай DLC именно от разраба, и все, и хрен там тебе моды, хрен там тебе карты, короче. Хочется надеяться, как обещали, что писали, что будет поддержка модов, будет редактор, будете парни там пилить, а мы потом все это опять переберем, пересмотрим и создадим SnowRunner 2 и Берный театр. Как обычно это происходит, да? Сам ням и другим не дам, как говорится. Так что вот. Везет. Блин, ну конечно, текстуры, парни и моделька молодцы, зачет прям охрененный зачет. Салончик, все это дело. Все классно, ребята. Прям вот прям проводочки, все надписи, да. Я думаю, вся эта техника, если там с редактором все будет нормально, вся эта техника появится в SnowRunner, не какую-то бороду вот эту непонятную будут запихивать, как тут уже выложили. Мод с GTA 4. На кой он там нужен вообще нахрен, этот долбанный мотоцикл?
еще какая-то там шняга там была непонятная такая. Как бы ни одного путевого мода никто еще не загрузил, да? Загрузили там три какие-то бороды смешные и все. Вы загрузите нахрен какой-нибудь крас туда, Урал там, я не знаю, там. УАЗик там. Какой-нибудь путевый там. Ну хотя там есть какой-то батон, да? Как такового УАЗика я там вообще не видел. Помимо батона. Короче, игру уже точат как бы не под русский. Не под русское бездорожье. Под американскую шляпу, да? Нам это как-то как таковым поклонникам русского бездорожья, да? И опять же, как патриотам, патриотам. Конечно, хотелось бы видеть. О, видите, вот я говорю, тут вот как вылазишь отсюда с этой бородой, тут что-то когда-то все время что-то мешает. Вот. Нам, конечно, хотелось бы видеть наше бездорожье, ну, можно и иностранное бездорожье, да, но, по крайней мере, на наших машинах мы бы их там порвали, как тузик-грелку. Вот. Америкосы, если хотят на своих америкосовских машинах кататься, пусть катаются, мы бы катались на своих, и все, без проблем. Но сделайте его, чтобы, да, нормально там был, нормальный редактор какой-нибудь. Пусть не нормально, пусть такой же хотя бы нахрен редактор будет, чтобы что-то можно было там делать. Карты, моды. Как бы игра также умрет без модов там, без карт дополнительных. Просто умрет. Да, сейчас сделали там дополнительный функционал, там что-то еще, какую-то бороду, да, ну. Без модов там будет нечего делать. Вот, если вы смотрели, я без модов практически никогда не играл. Я все время, всю жизнь играл, начиная там со спинтайросов, я играл на модах. Не на дефолтной шляпе, а на модах. Каких-никаких там хороших, плохих там, ну, по крайней мере, да, ну, более-менее как бы. Более-менее на нормальных модах, то есть гонял. Без модов, ну, нет смысла как бы вообще играть там. Даже те же самые DLC. С техникой швыранули. Ну нет, ну пусть хотя бы редакторы не сделают, чтобы можно было эти моды туда как-то реализовывать в игру, да? Они, мать его, эти мотоциклы непонятные там. Какую-то шнягу там, какие-то баги, сраги там всякие. На кое оно надо там? Нам надо что-то вот говномес нам надо. А не ваши мотоциклы, ядрен батон. Ради прикола, конечно, да, может быть. Там 1-2. И то какой-нибудь Урал с коляской, как вот кто-то делал. Не помню, кто из ребят. Был Урал с коляской, я еще его, по-моему, где-то у себя. Я его что-то ковырял, да, прописывал на коляску еще привод. Дополнительный. Вот. И это самое. И видос пилил. А так, ну без модов сдохнет игра, сдохнет, так же, как и это все сдохло практически, да? Ну и опять же, благодаря всяким вот этим лохопедам, которые сидят там на СТМОСе, как Дантес, там еще там, вся его шатья братья там, не считая там некоторых обзорщиков, которые там разосрали весь этот сайт СТМОСа, да, и превратили все это в полную жопу. Сейчас никакого мода там путевого не найдешь, просто реально там люди перестали делать, даже вот кто бесплатно туда делал, из-за того, что там сидят все там и сопли там нюни растаскивают там, вот это говно, это не так, а это не то. Ну и в итоге что получилось, сейчас ни хера там почти нету на сайте, благодаря вот этим чухонцам непонятным. Поэтому смысл какой там, я не знаю. Просто не знаю, ну вот нахрена, да, как говорится. Так, вы это делаете. Какие-то говнолюди, как говорится, да. Сами нихера не могут, да, то сидят, срут, до такой степени насрали, что там ни одного путевого мода сейчас никто не выкладывает. Если раньше хоть кто-то что-то туда делал путевое, делали люди, конечно, и приватные моды, но и делали на общак, то сейчас никто нахрен вообще ничего не делает на общак. Старое говно там переливают, перезаливают, без анимации руля там, без всего, там, просто шняги там непонятные.
по-русски говоря. Это вот лично так, опять же, вот мое сугубо. О, твою мать, тоже хрень какая-то, да? Плавает, отцепляется. Вот мне вот это интересно. Гляньте, какая борода. Вот это ёшкин кот. Вот это, как говорится, здрасте, до свидания. Вот нам надо эту табличку, вот можно снять, опять же, да? Давайте снимем табличку, посмотрим. Так, знак. Так, знак идет домой. Мигалка, пофигу, пусть болтается. Так. Это мне прям интересно. Вы гляньте на этот понтонный мостик. Охренеть. Слушайте. Тот мост, конечно, вот печально, что парни пока еще не запилили, чтобы он отцеплялся. Так, едем дальше. Сейчас мы посмотрим. Вот, вода в салоне. Вот я не понимаю людей, вот этот кокпит сраный, да, делают. Нахрена убирать воду в салоне, если она реально есть в салоне? То ли вы никогда, люди, просто не ездили на машинах через большую глубину, да? Я не помню такого, чтобы вот ты проехал на машине через какой-то брод, где у тебя там посередину двери там, да, вода. И ты выезжаешь оттуда, и у тебя в салоне сухота. Ну где вы такое нахрен видали, ребята? Где? Любой оффроуд посмотрите, везде в салоне вода, что двери открывает, там все нахер вместе со шмотками вытекает. Где вы это видели, что в салоне нет воды? Ну, это смех. Сидят, вот тут в салоне вода. Так это правильно, что она там есть. Ребята, вы че творите? Этот кокпит, это шляпа полнейшая, там я не знаю. Вот я почему так? Ну потому что твою мать. Так, мост, так, давайте. Нанотехнология. Ох, ёперный театр, по-моему, не топят. Твою мать, что я сделал? Ой, бляха! Ух ты, ни хрена себе! Тайга, что такое тайга, интересно? Тайга. А-а-а, ребята, это может быть. Хотя. И это-то что такое, ёп? Ты кто? Я не понимаю. Бляха. Твою дивизию. Что-то я сотворил не то. Мать, вот не понял опять вот этой вот штуки. Тут может быть как-то надо бамс. А может оно должно поднимать это все дело. Ну-ка, сейчас давайте по новой сделаем. Так, кто сделал вот это, надо сделать. Ага, хренакс, собрали мы. Так, вот это, ну, мне кажется, вот это, наверное, должна была поднимать ее. Ну не знаю, то ли я что-то неправильно делаю, то ли лыжи не едут, косяки это. Ну я не знаю, ну вот видите, как бы что-то я и делаю, что-то этой бородой, да? Ну вот даже пусть это так сделают. Потом мост. Хренакс. И вот что потом дальше? А-а-а! О, не, подождите, что-то опять не то делаю. Давайте-ка нахрен опять. Блин. Так, вот эту балду мы уберем. Ага. Хрен лысого сейчас. Вот так, вот мы убрали. А теперь, может быть, вот этой штукой сейчас попробовать ее как-то сдвинуть. Не, опять не то. И вот что с ней делать, я не понимаю. Вот, я вижу, отцепить прицеп. А, вот, ёперный матрас.
И сейчас мы вот ее спихнуть должны, по идее. Вот этой хреновиной, да? Опа. О, ну-ка давай, плыви, зараза. Так, во, разобрались, ребята, все нормально. Так, только почему он так нахрен остался, я не понял. Ну-ка, давайте попробуем, сейчас поедем с той стороны. А его можно как-то зацепить, наверное, да? Да, слушай, можно. О! Бляха, да он плавает, еп. Короче, ребята. Я понял, уже разобрался, ребята. Уже победил. Победил эту нанотехнологию. Короче, вот тут у нас все отцепляется, ребят. И мы идем на карту. Карту, где у нас есть хорошая река? На подтопе. Да, в принципе, нет, нам нахрен река нужна какая-нибудь. Давайте мы сейчас поставим какую-нибудь карту с речухой. Да, где у нас речуха? Долина, мать ее. Не могу ехать, где там что. Куда переехать. Давайте ставим долину. Сейчас мы раз возьмем. Начнем аркаду. И попробуем мы сейчас ее на долине где-нибудь разложить. А где? Там же есть где-то река у нас, я помню. Ох, ёпперни. Слушайте, это была не долина, та карта. А как же она называлась? Медвежий ручей, по-моему, называлась. Да? Да, по-моему. Так, главное меню. Переходим обратно, да? Так, это была не долина, это был у нас Медвежий ручей. Вот там есть река у нас, да? Ставим мы туда. Раз. Можно еще какую-нибудь машину вогнать. Даже не знаю, что и поставить-то. Давайте протестируем сразу это дело. Так, камазяка, люк, мастер, умник. Да, наверное. Сейчас мы возьмем бензовоз какой-нибудь, вот это, да, соберем. И пересядем на краза. Поставим мы все это дело. Машину. Так, ставим платформу. Ёп, не то поставил. Сорян, ребята. Ставим. Вот оно. Так. Чё, братан, поехали.
Кстати, КамАЗом мы потащим сейчас с заглушенным мотором. Да, давайте. Возьмем его на хвоста. Какая-то борода там, кстати, что-то с текстурами. Не пойму. Ага, слушайте, а и ни хрена тут. Сейчас зацепа нету на платформе. Ладно, приедем за КамАЗом отдельно. Так, поехали искать, где у нас есть река. Приятненько, да? На Кразе по американским дорогам погонять, е-мое. Ой-ой-ой. Поехали строить мосты. Сейчас мы захватим этот мир. Так. Победим эту карту. Сейчас найдем только, где бы нам тут расхлестать его. Щечки поставь. Уже поздно, уже уехали. Хотя, в принципе, можем и поставить, да? Давайте выведем сюда табличку. Разработчика, как говорится, да? Благодаря, слава богу, что у нас есть SpinTires мод. Спасибо парням, что замутили такое дело. Так, где они? Лично я играю со SpinTires модом, потому что, ну, вот этот нереальный ущерб какой-то, наносящийся постоянно там. Это, конечно... труба дело. Так, где-то тут, не помню, спускались, не помню на какой машине, но было дело, что мы тут. Ох, ёп, перный матрос, ни хера я попал. Так, едем. Я знаю, что здесь я утопил не одну машину, ребята. Вот видите, сколько лет в игре уже, да? Уже больше года, наверное, да, Мудранову. Глядите вот это, на вот это вот говно, на вот это вот, вот вы посмотрите. Я сейчас вот специально даже вот нолик включу, вот вы его, вот вы на это пос, вы на это вот посмотрите. Это игра. Да? Что это такое? Вот что это такое? Твою мать. У меня нет слов и букв, понимаете? Зато вышла новая игра, и в новой игре будет такое же говно, бляха. В это тестирование, вот сделали бы это тестирование, да? Люди сейчас, вот я смотрю, там пишут на этом, на сайте. На СТМОС я читал там, да, нахрена вот вы на бета-тестировании дали кому-то хер просышь кому, чтобы загружали вот эти смешные, мать его, моды, которые там сейчас, вот эти мотоциклы, вот эти хероциклы всякие там вот эти есть, да? Нахрена оно там надо, это говно? Вот реально, ну нахрена? Дали бы, я не знаю, там, вот, Роме, там, кому-то еще, вот, кто реально нормальные моды там делает, там, пацанам. А, в SnowRunner 25 надо исправить. Это треугольник, он Димон пишет. Это точно. Я вижу, что это треугольник. Бермудский треугольник в MudRunner это называется. Вечный косяк, короче. Вечно деньги впихиваешь, а неизвестно, куда они пропадают, да. Это вот у меня. Зато, ребята, новая уже 25-я версия игры, твою мать. Какого вот болта, я не понимаю. Ну вы сделайте ядрен батон, чтобы все было нормально. Хер ли вы там непонятно что творите. Так, мост. Расчеплыжили мы его. Так, мы его сразу, я так понимаю, отцепляем. Вот это, наверное, все делается вот так. Потом мы включаем вот эту хренюшку. И как-то ее там уже. Давай, братан, плыви. Плыви, только далеко не уплывай. Ой-ой-ой, ты куда?
Эй! Ты куда поплыл? Где выключать? Какую хрень тут включить? Ловите его, ловите! Ловите, ребята! Уйдет! Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдет, кто-нибудь! Так. Так. Так, к берегу сейчас мы его вот так подожмем. Блин, я сейчас с КамАЗа пере... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты что творишь-то? Ты куда, парниша? Нам так не надо. Ой, тут сейчас мы икраза нахрен утопим. Давайте-ка эту хрень вытащим куда-нибудь сюда. Давайте-ка перецепим его изначально. Понтон этот. Так, ну-ка иди сюда. Вот сюда. Сейчас мы его сюда куда-нибудь затащим, чтобы он у нас не уплыл. В дальнее плавание не ушел. Так, давай, давай, давай. Иди сюда. Сюда иди, говорю. Слушайте, ну вот это интересно, просто выдержит он там интересно машину. Мы сможем загнать его туда. КамАЗ, например. Хотя хрен ли КамАЗ, давайте к разом как-нибудь попробуем залезть сюда. Там себя он перевезет, интересно, нет? О, опять бермудский треугольник. Ну твою мать, а. Ой, ребята, у меня нету ни слов, ни букв, если честно. Блин, ну на него будет сложно залезть-то, да? Я так понимаю. Как бы нам тут на него забраться-то? Мы ж на него ни хрена ж не залезем, походу. Да, ну иди твой налево, ты куда там раскорячился? Так, ну-ка. Хрена с два мы на него не заедем. О, черт побери! Заехать-то мы на него заехали. И чего? Стоп, машина. Стоп, машина, говорю, стоять. Стой, 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 братан. Стой, стой, стой. Стой, так я все улажу, как говорится, да? Ну и че, и как нам тут? Как нам тут и куда, да? Твою мать, поплыли. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давайте так. На глубину нам надо что-то, мы, блин, по мелкоте все ползаем. Весла забыл, это точно. Так. Сейчас нам как-то надо умудриться нам на течение выбраться на глубину. Давай, ядрена вошь. Ой-ой-ой-ой-ой. Плыви, зараза. Сутуя. Все, мы свалились с него, ёперный театр. Так, ладно. Так, давайте-ка. Я сейчас, если с него слезу, наверное, я потом на него хрена два залезу, да? Ну да, так оно, наверное, и будет. Ну-ка, стой так. Сейчас мы, парни, крала перегоним куда-нибудь вон туда и попробуем его подтянуть.
Неудобно, конечно, что вот, да, вот, с ровного места на него не залезть. Но интересно, вообще там переплывем мы на нем как-то или нет. Бляха, сейчас мы красу топим. Кедрени фени. Кажется, я застырял. И мост куда-то поплыл. Мост стоять. Ты не уплывай, братан. Нам надо как-то на тебе переправиться. Ты не плыви никуда. Ты тут будь. Стой. О. Ой, так. А, куда? Чёрт побери. Опа. Стопэ, братан, стопэ. Твою ж дивизию. Вот мы на нем раскорячились-то. Неправильно заехали, ну ладно, пусть хоть так. Давай. Что-то ни в какую. Так, стой, так. Сейчас мы тут... Да котолку-то я подъеду, поставлю. Он опять куда-нибудь у нас там шурумбурухает, как бы. Я хочу на него залезть уже, да, и уже чисто на нем тут. Вот. Ой-ой-ой, стой. Как-нибудь давай сюда хоть зацепимся. Оу, черт! Стой! Леха! Что-то не заходит у нас тут, не выходит ни хрена. Стрим, походу, затянется, парни. Да ну залазь ты на него, ептельмопсель. Никак. Ладно. Сейчас пойдем другой дорогой. Давай сюда. Я все равно на нем... Переберусь на тот берег. Так, давай. Так, сейчас мы развернемся. И попробуем правильно. Не надо нам новый, мы со старым разберемся. Сейчас мы, ребята. Русские не сдаются. И этот, ребята. Мы ж не будем, да, на карте где-то там таблички эти врубать. Мы будем с одним понтоном бороться. Сейчас мы его сюда как-нибудь в сторону воды подальше. Есть контакт, да? Так, только не уплывай, братан. Я тебя прошу, не уплывай. Представьте, что у нас нет второго планктона, да? Планктона, твою мать. Сейчас мы сами тут как планктон будем, не понтон, а как планктон. Так, как бы нам... Давайте, наверное, трассом его как-то под это. Оп. Стопэ, братишка, я тебя не отпущу. Как-то вот так нам надо. Ага. Черт тебя дери. Нанотехнология, сейчас мы тебя... Один хрен победим. Он не сдается, да? Зараза. Вот в этом-то вся и беда, что он не сдается. Так, давайте его подцепим сюда на подальше. Бляха, вот тут неудобно, что на него не забраться. Ну-ка, стой.
Сейчас уплывешь же, сволочь. Так, куда я его опять потащил, расскажите мне. Нет, все-таки надо его оттащить туда, на мелкоту, наверное. Там забираться. Я от него не отстану, пока я не проверю, можно на нем переплыть или нет. Ребята, стрим не закончится. Будем бороться до последнего. Иди сюда. Сюда иди, я тебе говорю. Собака сутулая. Давай, давай. Как бы на тебя, бляха, заехать и попробовать переплыть, да? Было бы классно. Мне сейчас отцепишь, уплывет. Точно же уплывет. Ну стой. Так. Подопри, понтон, не залезь. Кстати, тоже вариант. Давайте-ка, может, так и сделаем. Так, ой-ой-ой. Где КамАЗ? КамАЗ. Черт побери. Сейчас мы разберемся со всем этим делом. Ох, как подхватывает урон от запаски. Беда там с CDT-шкой, ребята, на запаске. Прям как цепляет, так там вся земля поднимается, думаю. Там интересно, не залезем. Давайте попробуем. КамАЗ, блин, длинный вроде с виду. Хрена не залезть, походу. Наши не сдаются. Шел третий час стрима, наши не сдавались. Так, сейчас попробуем с этой стороны на него залезть. Ну, высокий тут подъем, конечно, на него тут. Куда залезть-то вообще, мне кажется. Так, давайте-ка на крало сядем. Давайте крала поставим, может, КамАЗ залезет. Подопрем его. Так вот сейчас залезет на крас, ядрен корень. Ну-ка.
О, видите, что получается? Один раз мы на него залезли, прям вообще зачетно так было. Давайте попробуем еще, конечно. Ни хрена. Давайте КамАЗ тут поставим, попробуем КРАЗом с той стороны, что ли, не знаю. Сесть на КРАЗа. Мне просто интересно, мы сможем переплыть на нем нахрен куда-нибудь или нет? Блин, он еще на эту херовину прицепился, ёкарный бабай. Да отвали ты уже. Так. Полпроцесс. Вот он под КамАЗ лезет, да? Сейчас мы будем пробовать. Вот же ж ядрёна вож. Так, куда ты поехал-то? Стой ты там на месте уже, ёпсель-мопсель. Вот мы тут уже тут наварили кашу. Да куда ты дергаешь-то? Ты можешь не буксовать-то, ёшкин кот. Так вот. Бляха, вообще мы на КамАЗа задираем его. Да ну как так-то, ёп. Верный матрас-то. Черт подери. Ну кто-то должен на него заехать. Либо КРАЗ, либо КамАЗ. Сейчас мы уже... Там уже грязь, машины уже не, в этой луже не ездят, ё-моё. Так, давайте пересядем на КамАЗа. Да ну что ты творишь-то, ёшкин кот, а? Ух, тяжела, тяжела проблема. Как ее решить? Он не цепляет его. В ту сторону никак не достает. Ха-ха. Ладно. Хочешь так, будет по-другому. Кофе остыл, кстати, слушай, точно. Надо хлебануть. Вот, спасибо. Давай! Давай! Вот оно что было, ребята, кофейку надо было выпить. Бляха, давайте перекурим, забрались наконец-то, сейчас будем проводить тест-драйв. Не знаю, правда, как это все делать. Все, так, сейчас мы сейчас пересядем на КРАЗ, а? Пойдем другим путем, да? Пересядем на КРАЗ. Первым делом на КРАЗ. Так, сейчас подгоним, подцепим и попробуем его на глубину туда утащить. Так, давайте-ка как-нибудь вот так. Поехали, парни.
Давай, Кразюка, вези, вези. Слушайте, ну кое-как передвигает его. Просто все, походу, как раз зарылся. Так, давайте-ка вперед еще протащим. Как раз все зачах, походу. Так, сейчас мы его дернем. О, тут какая-то есть у нас. Так. Не срывает его, ё-моё. Так, давайте попробуем этим. Лебедка отцепить. Бляха, не хватает опять. Вот канистры нам мешают, да? Никак нам не переключиться. Так, а, у нас канистр-то и нету. Опа-па. Что у нас есть? Хрена у нас нету, да? Ничего не стоит, просто не хватает нам. Лебедка отцепить. Давайте, ладно, хрен с ним, отцепим. Сейчас мы с этим разберемся, ребята. Мы сейчас его все равно по-любому куда-нибудь упрем. Главное нам КамАЗ, чтобы он там стоял на месте и никуда не делся. Операция Пантон продолжается. Валькирия, ядрен батон. Так. Давай, вот почему нельзя, да, раскорячить его этим? Плывет, плывет, плывет. Давай, давай, давай. Иди сюда. Сюда иди. Блин, аж краза стаскивает. Ах. Так, подтащили. Так, крас надо убирать, я так понимаю. Где, бляха, надо его вот сюда вот таскать. Операция К. КП, бляха, муха. Так, ладно. Пересаживаемся мы, наверное, ребята, на КамАЗ. На КамАЗ. Так. Еще чуть-чуть, он нахрен свалится с него. Так, все бы ничего, но как бы нам, а никак, еперный театр, как говорится, да, никак, нам не уплыть, никак не уплыть, нету точек зацепа, каких, не дотянуться нам, пересаживаемся обратно на КрАЗ. Что я могу сказать? Пересесть. И не достает сюда КрАЗа. Да и тишки на жизнь. Так. Продолжаем, значит. Операцию П. Мы как-то переберемся, интересно мне, на этом понтоне или нет все-таки. О, смотрите, как это он так через КамАЗ пролез. Такое бывает с тралами, это я точно помню. Видите? Сейчас как бы КамАЗ не улетел, блин, с этого понтона. Вот, вот, про что я и говорил-то. Оп, оп, стоп, 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 братишка. Мы слетели. И никак ни за что не зацепиться опять. Да иди твой налево, а. И стой, 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 стой. Опа.
Врагу не сдается, наш гордый КамАЗ. Ё-моё, стоп. Как бы на тебе уехать-то, зараза. Нет ни одной точки зацепа. Бляха, как его туда выпихать-то? Давайте краном попробуем. В открытое море океан его запустить. Так, где он есть-то? Я уже потерял его. Блин, в гараже уже соляра сейчас кончится. Ё-моё, у нас тут все операция уй не закончилась. Ехарный бабай. Бляха, еще. Это потому, что здесь Бермудский треугольник, парни. Вот почему все это дело. Это Бермудский треугольник виноват. Так, ну давайте. Давайте. Не мытьем, так катанием, да? Сейчас мы будем пробовать его пихать так. Твою мать, где отвал? Вот теперь я думаю, нам понадобится отвал, парни. Вот оно что. Так, отвал. Есть отвал. Все. Вот теперь. Так. Где он там есть-то у нас? Отвал. Опустить. Оп. Давай, братан, плыви. Блин, смотрите, всю природу загадили тут. Все в мазуте уже, ё-моё. Плыви, братан, плыви. Сейчас мы тебя запустим в дальнее плавание, ядрен батон. Интересно, он там не утонет на глубине? Походу сейчас будут вилы. О-о, стоп. Держись, братишка, держись. Я тебя держу, кажется, держу. На всякий случай, давайте вот так. Ух, нахрена ты завелся, ё-моё. Давайте-ка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стойте! Стой! Черт, тебя дери, только вроде пошел процесс. Да ну как, ну... Как так-то? Только мы уже практически дошли до того момента, когда все должно у нас получиться, да? И... И он, зараза, слез у нас с этого понтона. Ну как так-то? Ну... Ёкарный бабай. Нежданчик, как говорится. Залазь ты на него, ну господи, неужели тебе так трудно? Как бы тебя так примастырить-то? Ну чутка не хватает же, ну ё-моё. Оп, стоп, машина. Сейчас очень не легче. Догнали. Переходим. Операция и продолжается, ребят. Так, может его лучше заглушить там, на этом самом, на понтоне. Чайкологи приедут, ну да походу. Вот, опять, смотрите, опять провалился. Ну что ты будешь делать? Да ёшкин кот, как вот это все сложно. Бляха, он вообще его закусило там, все. Понтон сейчас сожрет КамАЗ. Вау! Мать моя женщина! О! Держите меня, семеро!
Охренеть! Короче, он порвал его к ядре Нефини. Так. Да ну как, ну чё ты, куда ты едешь? Ты давай тащи, лебедка, ё-моё. Чёрт его дери. Вот это ё-моё. Я переплыву на тот берег. Я не сдамся, ребята. Стрим затянулся. Набирайтесь терпения. Так. Что же делать, как нам быть, да? Как нам этот понтон победить? Ой, блин, вообще, парни, лучше не говорите ничего. Блин, вот все бы ничего. Ну давай, 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 сходу, залезай, давай, залезай сходу. Ага. Во всем виноват Бермудский треугольник, ребята. Так, куда бы нам его укатить бы, чтобы на него залезть так прям сразу сходу? А давайте-ка его зацепим. Потащили туда к мосту. Утащит он, не утащит. Шел там пятый час стрима, да? Драйвер пытался залезть на понтон. Твою мать. Уже соляркой в КамАЗе кончилось, ёшкин корень. Так. Бля, хочу он за ту сторону цепляется, интересно. О, вот так надо оставить его. Так, ну-ка давай. Или может все-таки краном лучше залезть на него? Я даже не знаю, чем лучше залазить-то. Давайте пока КамАЗ тут оставим, наверное. Упрем его в сосну. О, все, стой так, братан, отдыхай. Надо было заглушить, а то соляра кончится. Так, ну давай, крадюка, поехали. Так. Как бы нам отсюда, может, сверху как-то на него сразу попробовать заскочить. Бляха, отвал же еще у нас стоит. И берем батон. Так. Вал надо снимать, наверное. С отвалом мы на него точно не заскочим. Ой. Да я уже толкал с помощью отвала-то, как бы, да. Это понятно, что толкнешь. Он толкал. Я думаю, как бы все-таки нам умудриться на кради бы туда залезть там. Вот машина. Как так-то? Так, стой, стой, стой. Стой, вот как бы нам на тебя прям сходу бы заскочить так? А? Тут глубоко, если что, мы тут сразу его и утопим. Я чувствую. Так, как бы, чтобы он еще и не уплыл у нас, вот что главное.
Бляха, его течением разворачивает. И куда? Почему нельзя одной машиной держать, да, второй, бляха? Это самое. Второй бы, блин, зацепиться и залезть. Плохо, что не реализовано, как бы. Если одна лебедка, то вторая уже хрена два работает. Все, вилы. Зашло. И к краду, походу, каюх. Твою мать, где КамАЗ? Плывет же, зараза, уплывет. Не прокатит так. Уплывает, черт возьми, да? Ты куда? Стой сюда, иди. Вот плохо, что на него вот какие-то бы сюда бы вот такие. Маленький бы скат бы сделали, да, чтобы сюда залазить. Так, а можно ему, интересно, как-то тут? Так, подцепить. Да черт тебя дери! Ни в какую. Будет. Мы все равно на него залезем. Залезем и переплывем на тот берег. Давай, зараза сутулая, залазь. Так, уже неплохо. Уже неплохо. Не хорошо, но и неплохо, да? Да что ты, ну ты посмотри, а какой упертый-то. Я не сдамся. Вот его привязать бы к какому-нибудь дереву, да? Было бы классно. Да все, ну ты посмотри, ну что ты будешь... Что с тобой такое сделать, я не знаю. О, вот сейчас бы сюда бы и краза бы. Блин, он КамАЗа тащит. Точно сейчас на краза 50 он уплывет вместе с ним. Да? Хотя хер его знает. Давайте пробуем. Краз-то где? Краз сейчас перевернет у нас. Или не фени. Давайте пополним.
унесло его что? Нет. Давай, братан. Надо кафана. Кстати, да, тут раз. Блин, где-то что-то происходит. Трос не отцепили. Кафана надо точно захнуть. Тот раз помогло. Так, ну давайте. Давайте, ребята. Русские не сдаются. Мы либо утопим там нахрен машину, либо переплывем. Одно из двух. Третьего не дано. Давай, давай, братан, братан. Я уже забыл, ребята, что мы сейчас обзорим мод. Парни молодцы, мод отличный. Пятерка прям жирная с плюсом из пяти. Но, блин, не обессудьте, обзор. Есть обзор. По поводу машины, в принципе, мы все аддоны посмотрели. Все классно. Это уже чисто так, скажем, бонус, да? Бонус тест-драйв понтона. Вроде мы его КамАЗом там зажали нормальненько, вроде стоит. Единственное, что сейчас бы забраться бы еще туда, прям сходу. На крате было бы вообще просто, ребята, замечательно. Давай. И оторвался. Ну ты посмотри. Да вроде тебе коромысло, а, братан. Стой так. Стой, говорю. Уплывешь же сейчас, сволочь. Уйдет. Стреляй, Глеб Егорович. Ни хрена. Сюда иди. Вот сейчас бы. Вот как хорошо было, да? Пять. Давайте так его отцепим. Тут уж никуда не денется. Обзор одного аддона. Ну, в принципе, мы все это посмотрели, а это так. Давай, ну давай. Ну, что ты... Смотрите, что делает. Зверюга просто. Все, сейчас он точно уплывет. Сейчас уплывет КамАЗ, я чувствую. Все аддоны-то мы, в принципе, да, посмотрели, поэтому... Ничего страшного, что у нас такой... Как бы... Конец обзора этого. Так, пересаживаемся на КамАЗа, давайте. Так, КамАЗ. Где? Походу КамАЗу кают. Я еще нет. Так, как бы нам на него забраться и краном бы спихнуть. Да, было бы вообще зачетно. Твою ж коромысло, мать. Давайте на лебедку нахрен. Мне просто интересно, вот он реально на глубине как бы потащит туда этот машину на дно или поплывет все-таки вместе с ней. О, как-то так. Так, мы же, наверное, не зацепимся, наверное, не на тот берег. О, есть контакт, ну-ка.
то нам походу вилы. И вот сельмо, сельмо. Goodbye, my love. Goodbye. Короче, это вообще, по-моему, неприемлемо, ребята. Вообще. Чтобы переплыть на этом понтоне на ту сторону, ну никак вообще. Потому что, ну никак не выходит. Сколько бы я уже тут не пыхтел. Куда поплыл на? Короче, бесполезняк, ребята. Сам понтон плавает. Вот, но чтобы на нем перебраться... Нет, ну может быть легковая машина какая-то, да. Какая-то может быть и переплывет. Кстати. Кстати, кстати. Возникла новая идея, да? КамАЗ молодец у нас и так переехал. Да ни хрена. Интересно, а можно ли создать на нем машину, например, да? Какой-нибудь УАЗик. Наверное, на грунт только он встает же, да, правильно? Да. Только на грунт. О, все зависло, ребята, вообще. Игра, что ли, того всего? Ну да, он, видите, как бы сюда не это. Никак. Так, ладно. Делаем по-другому, продолжить. Садимся мы на КРАЗа. Гляньте, он утаскивает КамАЗ на трассу. Так, ладно, идем на КРАЗа сюда. Садимся. Создаем опять. На этом бермудском треугольнике мы тут, конечно, тут уже все перерыли. Так, давайте гараж. Эту хрень, кстати, не поставили обратно, да? Ладно. Его можно, смотрите, и прицепить обратно. Цепить. О, как он вообще сам слетел, смотрите. Давай, иди отсюда.
Так. Если бы, как говорится, у нас была бы, к примеру, еще одна машина или с краном какая-то машина, например, да, то есть, так как у нас второй машины нету, хрен с ним, мы воспользуемся этой. Так, мы берем вот это, берем экскаватор. Тут интересно, у нас есть точка зацепа такая. Так, что нам нажимать какие? Так, кран у нас вроде как присутствует, да? Сейчас мы создаем тогда УАЗик. Так, создать. И не то. Дадим, ребята, УАЗик. Сейчас мы его нахрен отправим в плавание. Добавить. Продолжить. Так. Функции. Стрела. Погнали. О, мы его сейчас раздавим к ядрине фени. Так. А хрен ли ты заводишься? Куда ты собрался, братан? Мы тебя поймали. Поймали для эксперимента. Он уже решил сдернуть отсюда. Нет, братан, ни хрена, все. Это уже... Так, опоры надо там. Давайте-ка опоры. Для верности. Ну, поехали. Как говорится, братан, не обессудь. Опа. И так я все улажу, как говорится, да? Сейчас мы пересядем на него. Так, все, глушим его. Пересаживаемся на краза. Тут мы что делаем? Так, тут нам надо... Давайте вернем стрелу. Нихера себе мы ее вернули. Капот прям. Засандалили. Да. Нормально.
Машина криво, когда стоит, происходит такая борода. Так. Ставим отвал. Да, сейчас мы УАЗик попробуем отправить плавание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, назад, назад. Так, сейчас, ребят, у меня звонок. Сейчас я, подождите секунду. Так, друзья, отвлекся немножко. Ой-ой-ой, у нас тут операция это переета. О, черт!
Сейчас УАЗик, короче, протабанили. Ну так все хорошо у нас начиналось. И так сейчас чувствую, все плохо закончится. Все. Твою дивизию. Ладно, друзья. Пересаживаемся обратно в КРАС. Который мы уже ушатали. Не по-детски, да? Олеха, и зацепиться не за что, походу. Есть. Оторвали. Дубль 2. Дубль 22, ребята. Гараж. Снимаем экскаватор. Ставим мы опять платформу. Ставим мы понтон. Скидываем его сразу. Так, есть контакт. Вкидываем платформу, ставим сюда обратно экскаватор, создаем УАЗик. Потому что меня тут отвлекли звонком, ребята, и пришлось нам. В принципе, все могло уже закончиться нормально, да, но, как говорится, не получилось. Так, продолжаем операцию И. Так. Да, ты опять поехал, братан. Так, пробуем поднять его. Ох, ни хрена, что-то открыли. Да ладно. Открыли. Так, теперь надо нам как-то аккуратно его опустить. Бац, есть контакт. Так. Опять криво стоит, видите, что получается. Когда ровно, все нормально. Когда криво, получается борода. Ну и что тут, видите, анимация как бы на капоте. Когда ровно стоит, все, блин, зачетно. Как когда криво попадает, видите? Ну
ладно, не суть. И сейчас он нахрен снимет. Нет смысла выставлять его ровно, да? Так, пересесть. УАЗик. УАЗик, так, пересели. Эвакуаторщик года, да. Так, глушим его. Давайте на него побольше, чтобы веса было. Пихаем все-таки. Пересядем на Краза. И продолжим отправлять корабль в рейс. Так, вот надо на УАЗик пересесть, потому что они увидите нормально встал. Самое верхнее положение. Блин, хреново тут. Неудобно его будет нам его, наверное, тут. Блин, сейчас УАЗик свалится, точно. Поехали. Зараза, плыть-то он плывет, только нам тут мешают УАЗики с этими мостами. Так, а мы не можем сейчас в этот, ай-яй-яй-яй-яй, создать, срочно удалить. Этот УАЗик удалить. Этот удалить. УАЗик продолжить. Короче, все, получилось, ребята, поплыли. Наконец-то, счастливого плавания. Интересно, а мы можем тут еще немножко... Ой-ой-ой-ой. Под это... Все, братцы-кролики, плывем. Уводим камеру в сторону. Да ладно!
Ну что я могу сказать, ребята? Понтон рабочий для мелкой техники подходит. Все у нас плывет на понтоне, короче, у вас. Эксперимент, да, эксперимент удался, да? Так бы, в принципе, да, можно было понтон, чтобы он можно было пересаживаться именно на понтон, например. Пересесть и вот раз на понтон, не на КамАЗа куда-нибудь там, да? А именно на понтоне, чтобы мы оказались. И управляли бы уже понтоном. Было бы классно. Слушайте, ну зачет, зачет. Если долго мучиться, ребята, что-нибудь получится. Сами видите, все у нас. У вас погнал, короче. Даже скрин можно какой-нибудь залепить. Течение нас только прибивает куда-то не в ту сторону. Давайте, может, попробуем, а не за что нам схватиться. Нет, вон есть за что схватиться. О! Сейчас подкорректируем движение, ребята. Ух, стаскивает его твою дивизию. Стаскивает! Отпускай! Лес, короче, он с понтона задним мостом. Но все равно, как ни крути, да, на этот берег мы уже, можно сказать, перебрались, по сути говоря. На этом понтоне, конечно, получили повреждение, вот, да, но все. Перескакиваем мы обратно, ребят, на крас. В принципе, опыт, ну, не с большой, не с большим грузовиком, да, ну, по крайней мере, с маленьким мы это все преодолели. В принципе. Поэтому можно сказать, что опыт у нас удался, да, все прошло успешно, хотя бы с УАЗиком, да, мы его по течению в дальнее плавание отправили. Вот такой, ребята, получился обзор на КРАС 255L от Романа и от пацанов, да, в принципе, все классно. Сорян, если что, парни, за такой обзор. Не знаю, понравилось, не понравилось, но в ходе эксперимента мы, по крайней мере, убедились, что все-таки понтон какой-никакой, но он рабочий, и хоть маленькую машинку, но отправить в плавание можно, да, что мы, как говорится, и сделали, да. Ну все, с вами, как всегда, ребята, был драйвер 51 Рус. Всем огромное спасибо за просмотры, за лайкосы, кто поставил, да? Спасибо отдельное за донат, которого не было. Вот. И, естественно, будьте здоровы, будьте счастливы, соблюдайте карантин, сидите дома, побеспокойтесь о себе и своих близких. Всю мы эту заразу победим, еще раз повторяю, мойте почаще руки, никуда не ходите. Всем спасибо за общение, кто был в чате. Всем еще раз огромный привет. Всем удачки, ребята. И все, на этом будем стримчик заканчивать. Сейчас врублю еще музончик. И, в принципе, все. Всем удачки. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу. Есть ссылочки в описании. Значит, ссылка на автора мода будет в описании под видео. Кстати, забыл ее выложить. Обязательно сейчас после стрима закину. Вот. И
проходите, подписывайтесь. Если у кого-то какие-то есть вопросы, пишите в группу. Можно, в принципе, если у кого-то есть такие приватные моды, можно как-то скооперироваться, погонять там, да, без вопросов. Есть. Дам ссылочку на Discord, пообщаемся, и можно будет, в принципе, покататься. Вот. Так что все. Всем здоровья, ребята. Главное здоровье. Берегите себя, соблюдайте карантин. Всем удачи и всем пока. Everything we believe, we just